Всем привет, с вами Диджей Котик, это игра Dreams is Clean. Зацеп. Убираемся чуть-чуть, тёмочка. Тряпочка, тёмочка. Резидент студию представляет. Можно всю жизнь все это работать, но иногда этого недостаточно. Когда человек изо всех сил пытается свести концы с концами, легко подхватывает. Оказывается, один короткий звонок может изменить все. Вопрос в том, стоит ли это делать. Господин Ковальский, я... А, пожалуйста. Директор Александр Наука. Я здесь. Нет, нужно было свалить. Я должен быть осторожен. Ты серьезно? У нас была договоренность. Посреди квартиры 23, я спрятал ключ возле двери, ты не пропустишь его. Деньги внутри. Пока. Так, ты воспитал своего сына, Пол. Чтобы зарядиться с некоторыми элементами окружения. Руки. Тесты. Вниз проехать. Помню, что в активном здании в течение 90 дней. Этот жилой комплекс был продан в группе развития. Иными словами, вы слишком... Что?
Жаймы арендатор, он ведь кинул свой поращинок. Воздух и все. He should be here somewhere. Okay. Дома без мозга. Вот кто здесь. Я сыт по голову.
сыт по горло этой хиппи-музыки, каждый всю ночь. Сыт по горло всеми вашими сомнительными друзьями, стучащими в вашу дверь и обсуждающими что-то с лупкой, и говорит, вы причем жизнь в одну, это так. Да, судя по всему, это был довольно. Короче, это каждый человек такой же сосед. Кто-то сегодня отмечает день рождения. Вы завтра будете. Взяли сейчас. Родственники к вам приедут. Родственники к соседям приедут. И получается, каждый из вас. Они шумят вам, вы шумите. Смету кто-то пусти. А, это еще все. Опять-таки кнопка. Только кнопка это. Да, по-разному.
что я делать? Опа-на. That's a strangely well-kept place. Priorities, I guess. Все, это новый симулятор школьного. Не хочет все это. Не, ну это логично сейчас. Так вот сделаю. У меня обвиняют неподобающее поведение по отношению к власти. Я бью свою ксению больше всего, когда бы не навредил. Кто не говорит о парне с велосипедом? Я видел, как он продавал мне привезти ксению на концерт. Тоже странно пахнет. Пак! Ну нет, сходишь на свидание в кино с красянкой один раз и будет не странно. В этот раз есть действительно мысли. Сам понимаю это. Может. А, собрать свой теперь нельзя. О! О, счастливый. Ой, йоу.
Y son todos estos chicos de ellos. Llamo dura. Dura, dura. Llamo dura. Chillos de traje, por allá. Мы подобрали еще, да, это шестую потратили. И какой-то есть еще. Все хорошенько смотрим. Нет, ну так и больше, да? Там еще успехов. Видите? Oh fuck. I didn't know I signed up for this. Okay.
мне нужно с тобой поговорить. Мы не можем сделать это по телефону. Нет, не можем. Перестань прятаться и тащи свою задницу сюда. Полегче, брат. Я уже в пути. Я жду. Теперь один из них мертв, а другой в большой беде. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. I should clean it first. Ah.
Так, подушки. Это парня явно были проблемы с головой. Преодоление агрессии. На данном этапе можно было бы что-то поточки. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. I should use a sponge. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Он сам пошел.
продолжает торговать фабриком. Да, и за год требуется. Вытащить. Ёпа-мать. Я могу подать сегодня вечером, извини. Почему? У тебя свидание или что-то вроде того? Нет, просто собираюсь купить немного травы и развесить. Хорошо, увидимся завтра. Зарезан до смерти, я кого-то самооборона. После чего спит. Time for a bag swap. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about.
Орудие убийства. Это буква Т. Очень подходит. Не открывается. А, это типа еще один способ можно было подняться сюда. Вон это. Подъемник. Ладно, Чёрт.
At least he didn't screw me over. Yeah, I need a bottle. Чего психопаты так любят классическую? Я уже был вытекал. Я никогда не должен был ввязываться в это. Эту срывать тоже. Отлично. Ситуация перешла от очень-очень плохой красоты до ужасной. Это очень важно. Правая кнопка, левая, забирать плюс. Fucking psycho.
сейчас. Кстати, сейчас посмотрим. Вон он, подъем. Фактически, ну, можно было бы подойти, да? Наверное, вот отсюда. Вот эти. И ёлка. Ух! Это была фаза. Снабил. Ну да, вот. Вот, и отсюда можно потом все остальное спускать. Или тоже. Вот. Вот. Вот так и потом. Опа-на. Опа-на. Это как будто я пробираюсь чью-то мечту. Опа. Розы, красный, как мой кровь, теперь я чистый, трезвый, мой отец, все еще мудак, я не могу рассчитывать на него, на кого-либо еще никто не понимает, и никак не мертвый. Как сказал один поэт, человек самый душевный хищник на земле. О, еще давайте. Сдержись и глупый пост. Это, наверное, один из рабочих турнинов. Так он что, вниз меня повезет? А, он только сюда. Подожди, 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 подожди. Yeah.
Пойдем, что-то есть. Без я так думаю, у меня не запустил. Выходит. О! Месяц. Посмотрим. We'll find out what happened here, sooner or later. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. It's a perfect. That guy who killed you? Yeah, he'll be in the body bag right next to yours. Sorry. And chill. That's the whole. Shush. Bom, só vou discutir. Use a sponge.
use a sponge. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Все? Очередные секретики. Ездить сюда, помните? Так. Это вот я вверх нажимаю. Все убрали, все выполнили. Давайте посмотрим. Ой, что против? Я мусор, стол. Вот. Показать все. Убивать все. Сейчас. Прибыль. Матвеевич еще правильно как нет. Просто 5700. Только 10700. Дайте полностью список. Да. Чуть как-то. Секреты. Чекайте, видите? Я все. Ну не знаю насчет, конечно, обмана. Все. Пустится. Найдите ваш телефон. Опа, точно. Так, что нам нужно? Открыть. Начинать строить.
точность. Собственно, выглядит сложно как. Да, это. Если. Я снова швабры. Швабру качаем. А, виток качаем. О, здорово, брат, здорово. Извини, Декстер, но сейчас не время для фото. Подожди, Декстер. Пусто. Что за бардак, а? Где? Где ведро? Где? Это что такое? Поверишься. Что за? Почему ведро нет? Где фрукты? Вот. Да. Что мне будет? Да что ты будешь это? Ты такой что-то вообще? Не проработай. Уважаемый господин Ковальский, надеюсь, это сообщение станет должным ставить. Я пишу, что не предоставит информация о состоянии вашей ключи. Вера пришла к вам после обследования. Эта программа будет досрочной. Однако он сообщит вам, что все беды происходящие. The eggs will hatch within 28 days normally, except for the Muscovy duck, which takes about 35 days to hatch. Ducks are also called waterfowl because they are normally found in places where there is water like ponds, streams, and rivers. All Dr. Harvey Young
Opa. Так, это кассет. Сам убирает, чистит. Гражданин Ковальский, извините за беспокойство, но у меня есть хорошие и плохие новости. Сначала плохие новости. Босс Роба Джим узнал, что мы сделали. И он самый страшный человек, которого я знаю. Вот хороший босс. Совсем не зол. Так доволен произошедшим. Тогда удачи. Это безумие. Далее. Что ты мне втянул? Ну все, ложимся спать. На этом видео. Что все. Практически. Все, собрали. Что будет в следующей серии? Успа. А что если этот убийца узнает? Не переживайте, ребята. Слишком глупо, что-то заподозрить. Любящий себя. Только не скрусить в последний момент, господа. Я имею в виду, да. Просто уже вытянул. Вот. У нас все схвачено, ребята. Хорошо, Джим. Скорее, большая клетка. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Че? Вау, это хватит. Все. Это все. Всем пока.